приветствую всех. Это проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк». У нас был совершенно другой сценарий для этой программы, но события, происходящие в Украине, переписали сценарий нашей программы и того, что сейчас вообще происходит в мире. И вот здесь, в Нью-Йорке, где переплетены разные народы, разные языки, разные судьбы, сейчас люди здесь, в центре Манхэттена, на Таймс-сквер, объединились в солидарности Украине. Украине, в которой, по сути, решается сейчас судьба не только ее страны, судьба Европы и судьба всего мира. Я здесь, чтобы поддержать свою страну, которую я так люблю, и людей, которых я так люблю. И я буду приходить на все возможные демонстрации в Нью-Йорке, чтобы показать мою поддержку солдатам и соотечественникам, которые воюют за нашу демократию, за нашу свободу, наш народ и наших детей. У меня там бабушка, которой почти 90 лет. Там моя тетя с моей двоюродной сестрой-подростком. И другая тетя с маленьким сыном. Это очень страшное время, и мы не знаем, что может случиться. Они все в ужасе, они боятся проснуться под тираном. Ночи стали длинными, мои ночи бесконечны. У нас разные часовые пояса, я боюсь просыпаться в 4 утра, не зная, что может случиться за это время. Я уснула сегодня в первый раз на 3 часа, просто от изнеможения. Да, мы в шоке, но мы будем бороться. Мы не сдадимся. Мы дадим отпор, мы встанем на защиту Украины. Олечка, солнце, смотри, что тут. Зайка, тут все вышли под дирижку бал. Хотела, чтобы вы увидели, что мы едем. Слышите, сейчас стреляют каждые 5 минут. Я брату звоню родному. Алло, Сереж. Алло. Здесь на Таймс-сквер очень много народу, сотни людей, которые поддерживают Украину. Мы хотим у вас услышать от вас, что с вами там сейчас, где вы, как вы всю эту ситуацию переживаете. Ну, периодически происходят... Летают самолеты, но бомбят там некоторые места. Не знаю, ну у нас мало информации, я вам точно не скажу. Мы знаем только про свои районы, в которых находимся, и все. Там, которые дальше, мы видим только из новостей. В городе Запорожье. Ну и друзей, кто передает, кто на других районах. Ну какой настрой? Мы на своей земле, мы никуда не уйдем. Будем защищаться. У нас тоже есть родственники в Московской области, в Подольске, но мы с ними не общаемся, они, кажется, не верят, я точно не могу утверждать. Как раз сейчас переписываюсь с своими родителями, которые сидят в подвале на Восточной Украине, которые всегда разговаривали на русском, и не было никаких проблем. И тут вдруг наши соседи решили, что кого-то нужно спасать. Один сошедший с ума диктатор посылает одних мальчишек соседям убивать, в том числе мирное население. И никто его не может остановить. Прятать голову в песок и говорить, кто, если не Путин, и мы не участвуем в политике и так далее, привело к тому, что один человек сейчас решает, начать Третью мировую войну или нет. Я хочу в эту минуту обратиться к русским, к тем, у кого русские друзья и русские семьи. Мы избегали разговоров о политике слишком долго, но сейчас настал тот момент, когда мы должны встать и заявить во весь голос свою позицию внутри своей страны. Потому что если не сейчас, то когда? От всего сердца русского народа я хочу сказать, несмотря на то, что это непростительно, простите нас. Слава Украине! Вот так Нью-Йорк выглядит последние несколько дней. Людей становится все больше. Люди приходят сюда, неважно из какой они общины, неважно на каком языке они говорят, они приходят сюда выразить свою поддержку. Это настроение нью-йоркцев лишь усиливается. С каждым днем их все больше. И Украина, мы хотим, чтобы она почувствовала эту поддержку жителей Нью-Йорка. Чтобы все знали, «Голос Америки» будет говорить о том, что происходит здесь, в Нью-Йорке, на разных языках. Чтобы все видели во всем мире, как реагирует Америка, как реагирует Нью-Йорк. Мы разговариваем с самыми разными людьми. Здесь не только украинские флаги, здесь флаги республик бывшего Грузии, Советского Казахстана, Союза. Да. Все объединились вот в этом стремлении помочь, потому что люди из этих республик, из этих независимых сейчас стран понимают, что на самом деле, если сейчас не решится вопрос независимости, свободы Украины, то такая же участь уготована и им тоже. Поэтому
Мы должны быть вместе, и мы здесь, на Times Square, вместе со всеми, кто сюда приходит каждый день на протяжении последних дней. Мы будем постоянно говорить об этом, и мы будем вместе с народом Украины. Мы хотим, чтобы вы это увидели сами, чтобы почувствовали настроение Нью-Йорка в эти дни. Support Ukraine! Support Ukraine! Героям слава! Героям слава! Лех Ворогам! Лех Ворогам! Я из Николаева, Украина. Я из Тернополя. Мы здесь, чтобы люди узнали, что происходит в Украине. Что мы не сдаемся, что будем стоять до последнего. Но нам нужна поддержка. Мы просим поддержку у других стран. Нам нужны действия, а не слова. Я согласна. Санкции в основном будут влиять на простых людей, которые также против войны. И я очень рада видеть, что русские наконец-то выходят и протестуют в разных городах. Я из России. В Америке живу уже 6 лет. У меня просто нет слов. Я в потрясении. Мне больно и страшно. Много моих родственников и друзей живут в Украине. Вчера я до 3 ночи была на телефоне с моей лучшей подругой из Харькова. Она не могла спать от взрывов. Это просто сумасшествие. 21 век. Я не стыжусь, что я русская. Я стыжусь происходящего. Мне ужасно-ужасно больно. Это делает не Россия, а Путин и его правительство. Русские люди против войны. Мы не поддерживаем правительство. Я никогда не голосовала за Путина и никогда не буду. Я родом из Украины, из города Ивано-Франковск. Переживатель. У меня там семья, жена, дочка, папа, мама, тесть, теща, бабушка старая, которая пережила Вторую мировую войну. И опять сейчас вот... Мы не спали всю ночь, смотрели новости, что скидывали очевидцы про все взрывы, которые происходили. Вся моя семья сейчас в Одессе, и они проснулись в 5 часов из-за всех этих взрывов. И нам очень страшно, потому что никто не ожидал этого. Такой маленький человечишка и такое зло творит. Не только Украине, всей Европе, всему миру. Это второй Гитлер. Гитлер начал войну в 4 утра. Путин начал в 5, атаковав Украину. Это второй Гитлер. Все, что я могу сказать. Слава Украине. Я из Азербайджана, и я здесь, чтобы поддержать Украину. Мы, как все постсоветские страны, всегда под риском агрессии. Война в Азербайджане была всего несколько лет назад. Война – это всегда ужасно. Я работаю в США, я гражданин Казахстана. А я украинец. И я пришел сюда, чтобы поддержать Украину и украинский народ, который сейчас страдает в ужасной, открытой, бессмысленной войне с Путиным и его приспешниками. Я из Грузии, я живу в Нью-Йорке около 16 лет. Я всегда была близка с украинским народом. Путин – террорист 21 века. То же самое происходило в 2008 году в августовской войне в Грузии. Мы с украинским народом и хотим его поддержать. Я не знаю как, но хотя бы словами и хотя бы возможностью выйти и стать рядом с ними здесь. Я родилась на Донбассе, в маленьком городке, который был построен после Второй мировой войны. Я выросла на историях о Второй мировой войне, и то, что происходит сейчас, очень сильно напоминает мне события Второй мировой. Путин сейчас обвиняет украинцев в фашизме, как Гитлер начинал с обвинения евреев. Путин начал войну, и я не думаю, что она быстро закончится. Я считаю, что Запад должен быть более жестким. Я из Минска, из Беларуси. Я поддерживаю Украину всеми способами, которые возможны. Мне так стыдно, что моя страна поддерживает этот режим и эту агрессию. И мне ужасно стыдно, что мои соотечественники убивают украинцев. Я из Чикаго. Мои прабабушка и прадедушка эмигрировали из Украины. Я жила в Украине с 2015 года. Я на связи со своими друзьями и родственниками там, и все в шоке. Тут единственные слова, можно сказать, нужно действовать сейчас. Не думать об Украине как о шахматной фигуре в мировой борьбе за власть, а как о стране, где живут люди и которые хотят демократию.
Мы поддерживаем Украину всеми способами. Я также хочу обратиться к моим соотечественникам в Сальвадоре, которые думают к величайшему стыду, что Путин хороший президент, и прославляют его. Очнитесь, Путин зло. Нужно остановить Путина. Акции в поддержку Украины проходят в Нью-Йорке не только на Таймс-сквер. Конечно, проходят акции и около штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Организации, которая была создана когда-то для решения вопросов мира и безопасности. Женя, ты там провел несколько дней последних. Вот твои настроения, есть ли у тебя какие-то чувства, что дипломатия все еще, при том, что происходит, может решить эту проблему? Эта надежда, конечно же, есть у всех, но многие, безусловно, говорили о том, что ООН в этой ситуации, к сожалению, показала неспособность остановить войну, ее предотвратить. Но несмотря на это, дипломаты, конечно же, предпринимали все усилия. На Генеральной Ассамблее ООН, где выступал министр иностранных дел Украины господин Кулеба, и где он получил поддержку, можно сказать, международного сообщества, на заседании Совета Безопасности, которых было несколько, все помнят, как практически едва ли не умолял генеральный секретарь ООН Россию и президента России Путина остановить войну и вывести войска из Украины, но пока его голос, похоже, не был услышан. К сожалению, постановление Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций не обязательно к исполнению, в отличие от постановлений Совета Безопасности ООН. Но, тем не менее, международное сообщество соберется, я надеюсь, еще раз и поставит, вынесет вопрос о нахождении, может быть, России в рамках организаций, которые, опять-таки, повторюсь, решают вопросы мира и безопасности. Вообще, очень важно сказать, что, наверное, со Второй мировой войны американские газеты, нью-йоркские газеты не выходили под большими заголовками «Война в Европе». Сейчас такие надписи во многих американских газетах и в нью-йоркских газетах в том числе. Люди, разумеется, приходят в Нью-Йорке не только на митинги, не только на митинги протеста на Таймс-сквер или к зданию Организации Объединенных Наций. Они молятся о мире, они молятся об этом в церквях. А люди стараются сделать все возможное для того, чтобы помочь, даже молитвой. Меня зовут Марк, я изо Львова. У меня родственники с Донбасса. То есть, и как вы с ними общаетесь сейчас? Я не общаюсь, общается папа. Я на работу не вышел 2 дня, потому что я не мог работать. До этого не должно было дойти. Я считаю, что Запад виноват в этом всем. Я считаю, что администрация Соединенных Штатов непосредственно ответственная за то, что Украина не защищена. Что касается меня, не могу пока дозвониться до своих двоюродных братьев и сестер в Украине. Мы не общаемся, потому что сейчас это никак не получается. Но родственники моей жены выходили на связь. Они уехали во Львов, а другие остались, не поехали в Польшу. Они говорят, почему мы должны уезжать? Это наша страна, мы будем за нее сражаться. Это очень тяжело для всех, для моей семьи, для моих родных и соседей. Я вырос здесь, и мои родители заставляли меня говорить по-украински, танцевать украинские танцы и любить Украину. И сейчас я стараюсь это прививать своим детям. И они видят эту войну и не могут ничего понять. Это мирная страна. И дети спрашивают, почему Россия делает это. Они все понимают. Половина моего класса потеряла связь со своими бабушками и дедушками в Киеве. Они пришли сегодня утром со слезами на глазах. Лично я не спала уже 3 ночи подряд, но это моя линия фронта, мой бой. Это то, что я должна делать. Я обычно не говорю о политике на работе, но вчера мои коллеги скинулись и пожертвовали $1000 для украинской армии. Они все эмигранты из Кореи, с Ямайки, да со всего мира. Спасибо, кстати, миру за поддержку. Пожалуйста, помогите нам, поддержите нас. Одним из центров украинской жизни, если можно так выразиться, в Нью-Йорке традиционно была East Village, где очень много мест, связанных с Украиной и с украинцами, которые приезжали сюда еще 100 лет назад, рестораны.
церкви. Ты работала там всю неделю, я знаю, Нин. Какие настроения там у людей? Как живет этот Нью-Йоркский район, который называют еще «маленькая Украина» в эти дни? Маленькая Украина с большим сердцем. Маленькая Украина, которая помогает всем своим большим сердцем, той большой Украине. Я хочу сказать, что совершенно удивительное место, в котором мы бывали довольно часто. Помнишь, мы там когда-то записывали программу «Нью-Йорк, Нью-Йорк» абсолютно о другом, о том, какая богатая история украинского народа. Люди, которые полтора столетия уже здесь живут, в Нью-Йорке, которые приплыли еще в 70-х годах 19 века. Несколько волн эмиграции, самые разные. Каждая сюда приносила вот по крупице, по частичке то, что хранилось в их семьях. Многие во время войны успевали схватить какую-то одну единственную вещь, не чемоданы, ничего, одну единственную вещь. И потом эту вещь здесь, в Америке, отдавали в музей. У них есть свои музеи. И вот это, мне кажется, стремление сохранить свою культуру, это вот как раз часть того, что мы видим сейчас здесь. Безусловно. Люди с богатейшей своей культурой, люди, которые стремятся сохранить свой язык, свое наследие, хотят передать это детям. Это совершенно удивительное ощущение там. В данный момент вот происходит очень много там общественных организаций, которые занимаются сейчас сбором помощи материальной, самой разной помощи для тех, кто находится там в Украине. Поэтому мне кажется, что каждому, кто сейчас в Нью-Йорке, стоит прийти туда и поддержать их. Каждому, кто не находится в Нью-Йорке, можно поддержать это через интернет даже. Но это совершенно уникальное ощущение там внутри. Из маленькой Украины до большой почти 8 тысяч километров. Говоря о происходящем там, дома, Анна едва справляется с волнением. Все эти дни на телефоне со своими родственниками. Каждый будет защищать свой клочочек земли. Каждый метр. Каждый кустик будет стрелять. Каждое дерево будет стрелять. Путин, welcome to the hell. That's a message to the Putin. Welcome to the hell. Анна Шестопалова из Ивано-Франковска. В Америке почти 20 лет. Работает в одном из украинских ресторанов. Говорит, посетители, которые приходят к ним в эти дни, выражают слова поддержки и солидарности. Три мальчика-американца вот сидели за столиком номер два. Покажу вам сейчас ресит, Билл, что они мне оставили. Не поверьте, я просто была как шокирована. Представляете, как ребята к этому относятся. Я не знаю, кто они. Смотрите. Glory to Ukraine. И наш тризуб украинский. И каждый спрашивает, ну как вы там, ну как вы там? На домах Нью-Йорка украинские флаги и постеры с призывами остановить Путина. По всему городу акции солидарности с Украиной. Сплощенность наша в том, что надо как-то действовать. И сегодня вот мы в час ночи мы сделали этот митинг. Сегодня в 7 утра позвонили в полицию, договорились. Это все происходит очень быстро. Наверняка это не последний митинг, я думаю, их будет очень много. Кроме этого, мы собираем деньги. На нас постоянно ведутся хакерские атаки, взламываются наши аккаунты. Собираем мы деньги на то, чтобы закупать медикаменты для украинской территориальной обороны. Власти Нью-Йорка объявили о готовности принять беженцев из охваченной войной страны. Я в ужасе от изображений, которые мы видели и видим дома по телевизору. Семьи, прячущиеся в импровизированных бомбоубежищах и на станциях метро. В Нью-Йорке свыше 150 тысяч этнических украинцев. Это самая солидная украинская диаспора на территории Соединенных Штатов. Первые переселенцы прибыли сюда еще в 70-х годах 19 века. Церкви, школы, газеты, радио, общественные центры, рестораны, музеи. Полтора столетия маленькая Украина бережно хранит богатую историю и культуру своего народа. В Украинском музее Нью-Йорка посетителей пока немного. Его лишь недавно открыли после вспышки пандемии. Уникальные коллекции вышивок, тканей, керамики, картин. Многое из этого – семейные реликвии, иногда единственное, что люди успевали взять с собой в Америку. Мария Шуст, директор музея, говорит, все обеспокоены и очень огорчены происходящим в Украине. Всего год назад мы организовали выставку о попытке Украины получить независимость в 1917-1921 годах. О том, через какую борьбу прошли эти люди, какие у них были надежды на то, чтобы иметь свою независимую страну. Многие приходят сюда с предложением помощи. Через музей в Украину можно отправить деньги и необходимые вещи.
Мы делаем все, что можем. Мы хотим, чтобы мир знал, что Украина имеет свою историю, свою культуру, очень богатую культуру. Слава Украине! Никто, конечно же, не знает, как дальше будут развиваться события, но мы не сомневаемся, что вот эту картину в Нью-Йорке можно будет наблюдать на протяжении и всей последующей недели. О том, как это будет, мы вам расскажем ровно через неделю в нашей следующей программе. Мы не знаем, каким будет сценарий. Никто не знает, каким будет сценарий. Но действительно, Нью-Йорк в эти и последующие дни будет выглядеть так. И мы надеемся, что в ваших городах, везде, где вы сейчас нас видите, то же самое происходит. На всех платформах «Голос Америки» мы будем обязательно рассказывать о том, как реагирует Нью-Йорк на ту агрессию в отношении Украины. И мы постараемся говорить вам обязательно честно, непредвзято. И это наш журналистский долг. Это была Нина Вишнева и Евгений Маслов. Это проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк».